Связать с наркотиками легко. Вначале я употребляла наркотики только тогда, когда хотела. А потом каждую неделю. А потом каждые 3 дня. А потом каждые несколько часов. Даже когда наркотики забрали у меня все, я думала, могу завязать. Проблема была в том, как остаться в завязке. У меня ничего не получалось. Как-то раз я пришла на собрание анонимных наркоманов и узнала, что оставаться в завязке возможно. Только сегодня и день за днем.